Насколько я знаю, для того, чтобы пойти на подобный курс, продала свою машину. Как ощущение вообще такое? Вообще, как ты, в принципе, решилась Алло. на такой выход из зоны комфорта? Когда-то я решилась впервые выйти из зоны комфорта, продала свой мотоцикл, приехала к тебе, Вот так вот. отучилась. Ходим по замкнутому кругу, Нет, получается. Покрасил. я отучилась. Ты Чуть-чуть мне дала, но ты мне дала знания и сказала загнаться и сделать. 3,5 месяца и не поднимала свои задницы, оттачивала эту технику. И я в полтора раза увеличила стоимость процедуры, просто начала задыхаться от клиента.